Приветствую вас, друзья! В этом видео я хочу показать вам такой один замечательный элемент в карточном искусстве, как фальшивое снятие. Думаю, будет он вам интересен и пригодится. После исполнения этого элемента порядок карт остается неизменным. Итак, запомним. Туз кресте у нас лежит внизу. Двойка буби лежит наверху. Делаем снятие. Туз крести так и остался внизу, двойка буби так и осталась наверху. Итак, как выполняется этот элемент? Держим колоду в левой руке вот таким вот образом. Средним и большим пальцем правой руки забираем снизу примерно 1/3 колоды. Далее переворачиваю. Безымянным и большим пальцем левой руки захватываем сверху 1/3 колоды. Нижнюю часть снова переносим вниз. Верхнюю часть снова кладем наверх. То есть в идеале это выглядит где-то примерно вот так вот.